Всем утро доброго. Утраки. 6 утра. Еще пока прохладно. Весь город спит. У нас дикий эксперимент. Он автобус в Афины. У нас дикий эксперимент. Мы хотим добраться до маяка. Вон там, на самом кончике. До него 20 километров. Посмотрим, получится у нас или нет. Самое главное, потом еще добраться обратно. Натаха у нас профессионал в велопрогулках, в отличие от меня. Но у меня зато новый вел. А ты куда, Наташа? А, вот. Короче, она меня ведет, а я за ней ведусь. Посмотрим, доберемся мы или нет. Доехали до окраины Лутраки. Марина, окраина города. И теперь по навигатору едем дальше. Преодолели первый затяжной подъем. Едем дальше сзади. Траки. Светает. Но еще очень хорошо, что прохладно. Google в греческих деревнях. Источник ненадежный. Вот вид на наш Лутраки, Коринфос, Коринф, и там горы. Нам вот сейчас надо преодолеть вершину, и вроде как дальше обещает все время вниз, вниз, вниз. А потом все время по прямой. Посмотрим, так ли это будет. Наташ, как настроение? Прекрасно говорит, но с сарказмом. Солнце еще не встало. До маяка осталось 10 километров. С горы мы наконец спустились к морю. 10 километров, Наташа, это как мы до Коринфа и обратно ездили. Вот дорога пошла, видимо, вдоль моря, а потом поворот к озеру. А ну, озеро уже к маяку. Ну да. Ну что, искупнемся и подумаем. Купались, решили все-таки не продолжать мой путь до маяка. Мы там уже были на машине, вон Наташка нюхает сосну. Вот, пожаров вон нет, кстати, если что кому будет говорить. Было, потушили, все нормально. Вот, ну надо же еще сегодня работать, сегодня четверг. Четверг сегодня? 19 июля. Да. Вот. Ну, сейчас поднимемся вот в эту горочку, потому что мы не самоубийцы, на велике педаль крутить. И из горочки до дома. Там педали вообще тоже опять не надо будет крутить. Нам понравилось. Такой затерянный пляжик, чистенькая водичка была, рыбки, медузки. Нам. Тебе-то понравилось? Да, понравилось. Надо вот подняться нам 2 километра, ну, 800 пройти, и подняться на 130, что ли, или 150 метров. А сам маяк вон там, на самом кончике горы. И там еще дорожечка-то тоже петлять будет. В общем, мы решили просто поступить прагматично. И не считаем себя трусами при этом. Я не считаю, я есть хочу. Если не хочу, то трусами себя не считаю. Нам еще повезло, что мы сейчас в тенечке, так как там везде солнце уже стало и уже жарко. Правильно, сегодня 42. О, сегодня 42, ну, передают, да. Обалдеть. Вот пляжик, где мы только что были. И уже туда солнышко светит. Буквально небольшое время назад там тень была, пока мы купались. Вот как высоко мы уже поднялись, полпути до вершины прошли. Скоро дорога из горочки, да? Угу. Всю влачную, брюхо набьем, вина напьемся в 7 утра. А
что на Миконосе с утра шампанское пьют. О-о-о, ну а мы чем хуже? Угу. Можно. Вот мы поднялись почти 400 метров до перекрестчика. Мы решили тут проехать. Тут такая более-менее ровная дорожка. Снимать и ехать, конечно. Все в гору. Во как. А, да еще на передаче. О, вон лутраки наш. Куда мы сейчас с горы собираемся спуститься. И Каринф. На горе Акра Каринф. Достопримечательность. Ой, на колесиках-то как хорошо. Обдувать сразу начало. Море красивое, да. Класс. В общем, мы ничего не проиграли, не доехав до маяка. Мы получили офигительную утреннюю прогулку. Как считаешь, Наталья? Дошли до вершины. Видите, солнышко уже из-за горы вышло. И цикады стрекочут. Все, теперь только вниз в лутраке. На тормозах. Вот там по дорожке. Каринский залив. Там вот Каринский канал. По расписанию кораблики выплывают. И с одной стороны Каринф, с другой лутраки. Вон моя любимая Наташа. Герой. Гвозди бы делать из этих людей. Крепкие были бы гвозди. Ну что, вниз? Спустились вниз. Тут все уже тишина, люди. Город начинается. Педали вообще не крутили. Наверное, минут 10 ехали. Я на тормозах ехал, да. Они аж подогрелись, синенькие стали. Сейчас, возможно, искупнемся. Айндакси. Все, мы уже в лутраке. Вот здесь у нас в лутраке купель в минеральной воде. Сеанс 20 евро стоит, 10-минутный. Но мы полезем в морскую воду. Наташа уже купальник надела. Сейчас я тоже трусы надену, сухие свои. Тут марина, вечером концерты. Ну и там дальше кафешки, кафешки, кафешки. Ксюша в одну из них у нас уже пристроилась. А мы вот здесь сейчас искупнемся. Это далеко от дома, но так как мы на великах, мы здесь сейчас искупнемся. И домой. Два. И работать. Давай, Наташа, заходи, я тебя... Она в душек. Не работает. А другой попробуй. Это какой-то неправильный душек. О, душики у нас тут отключили. Что-то произошло. Ну иди в воду-то. В общем, проехали мы всего лишь пока что 16 километров. Ну, до дома 18 получится. Средняя скорость, максимальная скорость у нас была 35 километров в час. Это с горы на тормозах. Сейчас искупаемся и начнем рабочий день. Вам тоже всем приятного просмотра. Добро пожаловать к нам в Грецию. Ждем с нетерпением. Всем мира, добра, радости. И всего самого приятного. До встречи!